целый пакет креветок. Пакетичек целый. О, молодец, сына. Отличный выбор. Хороший выбор. Колбаска. Это по-нашему. Мама любит. Давай. Итак, кто у нас главный в семье? Главный у нас в семье ты, да, Святослав? Какая я красотка без фильтров. Ну, я мамочка, мне простительно. Мы сейчас решили продлять утренний сон Святослава. Хотя бы до 8 он спал. Потому что он в 6:40 иногда встает. Иногда в 7 это очень рано. Поэтому синяки невозможно скрыть. Знаете, я такой целью задалась недавно. Найти патчи, которые реально будут убирать синяки под глазами, которые можно брать с собой. И на днях мне подружка моя посоветовала вот такую фирму Maskaholic Detox Patchy. У них заявлено, что они выбеливают, увлажняют и тонизируют кожу. Так что сейчас проверим. Классно, что тут не банка, не надо залезать туда грязными руками. Смотрите, какие патчи большие. Они прям... Ох, какая... Я их достала еще из холодильника. Максимально покрывают всю кожу под глазами. И идем отдыхать примерно 15 минут, пока они не высохнут. Заказывала я их на Озон, ссылочку вам прикреплю. Патчи высохли, теперь вместе с вами готовы увидеть результат. Обалдеть! Вы видите этот контраст? Вот это да, патчи реально работают. Смотрите, как они выбелили всю зону. И нет никакой липкости. Кожа прям такая мягкая. Смотрите, прям все белое. Даже консилер никакой не надо использовать. Я знаю, что эти патчи точно есть еще на Валберис. Завтра буду пробовать масочку. Даже не могу представить, какой результат будет после маски. Мне кажется, что... Андрей очень много нянчится с сыном и вообще с ним развлекается, а я вообще просто, да, вот так. Потом, а знаете почему? А все просто, потому что Андрей-то не такой блогер, как я. Он столько не снимает, и вот сейчас. Я вам что показываю? Как я вывела своих мальчиков на прогулку и иду на маникюр, а они будут гулять. То есть я иду заниматься своими делами, а папа у нас нянчится с малышом. Но когда мама, это никто не снимает и не транслирует. Все, я еду еще после маникюра отправлять на почту моим девочкам, которые выиграли подарочки. Мама, жена и блогер. Эскимоска. Эскимоска, реально. Эскимоска, забавная такая. И сторис не будет таким рейтинговым, если в нем не появлюсь я. Там до сих пор не верит, что это мои ногти. Все время думают, что я наращиваю. Немножко укоротили. Ну как немножко? Раза в два. Шахерезада. Все, ноготочки, бровки готовы. Еду на почту. Мама уже вся в мыле стоит. О, да, мама. Да. Все. Святослав, ты так не любишь одеваться. Ну, ты вообще такой смешной. Есть дети, которые любят одеваться. О, да.
хочу от тебя. Слива. Лицо покажи. Очень смешно. Святослав, смотри, расскажи, куда мы едем? Святослав сегодня едет на день рождения, его пригласили, да? Да. Ой, какой смеется столик, сынок. Какой хороший малыш. Ой-ой-ой-ой-ой.